Одинокие и беспомощные старики, лишенные ухода и заботы – одна из самых больших проблем нашего общества. Зачастую инвалиды и пенсионеры не в состоянии самостоятельно решить даже элементарных проблем. Партия пенсионеров обратила внимание на одну из жительниц больничного городка, которая нуждается в поддержке. Георгий Салиев подробнее. Дом номер 4 на улице Чехова на фоне соседей выглядит крепышом, но так только кажется. Его жители также ждут расселения. Анна Ноженкова – одна из местных. Здесь она давно. Родила на Крайнем Севере двоих детей. Тяжело работала всю жизнь. А с 2016 года стала инвалидом. Так как у меня нема полного стажа. Угу. Я с 50 лет вышла на пенсию. Угу. И работала дворником. То денежки там... Угу. Да что вот мне 14 тысяч было, думаю, сейчас за полез копейки будет 14-15, ага, во! Но куда обиднее женщине от того, что она не может самостоятельно выйти на улицу. Рядом с подъездом нет лестницы, по которой можно спуститься или подняться из низины к дороге. Вот и приходится недавно перенесшей инсульт Анне Алексеевне сидеть в заточении. С той стороны есть, но я не могу туда дойти. Я понял, и вот вам нужна такая же, правильно? Да мне можно деревянную, а еще лучше было. Тут длиннее, там короткая, тут длиннее. Я пока можно было, туда еще ходила, а потом... Партия пенсионеров решила привлечь общественное внимание к этой проблеме. Некоторые соседние дома уже давно имеют пологие лестницы, а потому постройка такого объекта не должна составить большого труда.